Всем привет! Выехал на рыбалку половить карасика на удочку с боковым кивком. Также взял с собой поплавочную и одну донку с кормачком. Ловить буду на самодельную кашу, совсем необычную, с добавлением конопли. Делаю ее по такому рецепту. В кастрюлю добавляю 3 чашки воды, пол чайной ложки соли и столовую ложку сахара. Засыпаю одну чашку пшена и пшеничной крупы. Довожу до кипения и варю на минимальном огне 30 минут. Набираю пол чашки семян конопли и пол чашки семян льна. Высыпаю в разогретую сковороду и жарю 5 минут на среднем огне, постоянно перемешивая. Далее зерна хочу частично перемолоть, но не в пыль. Засыпаю семена в готовую кашу и добавляю 2 чашки жареной макухи. Каша для рыбалки готова. Сделаю такие небольшие шарики. И возле границы кувшинки. И немного рассыпью. Сначала заброшу поплавочек. Поплавок у меня с тестом 3 грамма. Тут флюорокарбоновый поводок 0,23 мм. И мои любимые крючки на карасика, которые покупал в Алиэкспрессе 10 номера. Удочка для бокового кивка у меня будет 7-метровка. Покупал в Алиэкспрессе. А в качестве донки буду использовать фидерное удилище Obey, которое тоже покупал в Алиэкспрессе. Удилище вообще классное. Лещики на него ловил. Чувствительные, легенькие, что для меня немаловажно, компактные. Сразу доночку и заброшу. Донная оснастка у меня кормачок. Как сделать такой кормачок, есть видео на канале. Подсказка будет в правом верхнем углу. Делается он буквально за 5 минут. Насадкой на кормачок будет у меня пуф ореховый и медовый. Еще прикупил тигрового ореха. Хочу сегодня на него тоже попробовать. На боковой кивок. Ну и на донку тоже поставлю. Кормачок пошел. Так, что у нас за дно там? Ракушка и камень. Отлично. Главное не в траву забросить. Так, зарядим сигнализатор. Так, чтобы меня донка не отвлекала поклевками, использую одну из своих самоделок, автоподсекатель, который даст мне время, чтобы я мог поплавочную отложить в сторону или боковой кивок и потом вываживать. Для таких целей я его и создавал. Так, сюда ниточку завожу. Тут немного даю слабину. Все. Получается, при поклевке рыбы
Он срабатывает и подсекает. Такой автоподсекатель губы рыбе не рвет. Мурмышку я тоже привязал на флюорокарбоне 0,23. Первая поклевка. Ого! Такой резвый карасик, а? Поплавочка пока молчит. Прошло 20 минут после закорма. Вот такой чудесный карасик. На червячка с мурмышкой. Я в прошлый раз на боковом кивке использовал нить 0,15. В общем, плохо. Даже с такой тонкой нитью поклевки в разы хуже по сравнению с флюорокарбоном. Пришло время размочить садок. Первый есть. Поклевочка, поклевочка. Оп. О, плотвица подошла. Плотвицу возьмем на засолку. Вот мне эти крючки нравятся. Еще заказал пару пачек. Пусть будут. Опа. Ого. Карась опять. Хороший карась. Да ты шо, боковой кивок сегодня. Наверное, даст жару. Да, этот карась вообще уже крупный.
сейчас такой резвый, как будто карп маленький. Прям ему конопля сил придала. Ой, вот такой резвый карасик. Так, поплавочная пока молчит. Я перебрасываю в разные места. Сейчас еще переброшу чуть правее. Вот такая плотвица клюнула. Ого, буйный карасик. Хорош карасик. После каждой пойманной рыбки я чуть-чуть подсыпаю прикорма. Все, хватит. Подсекатель сработал. Вроде что-то есть. Что-то небольшое. Вроде. А вроде непонятно. Ух, что-то повело. Карп. Непонятно. А, вот что непонятно. Бочком плиточка. Хочу на боковой кивок и на кормачок поставить тигровый орех. Он сам твердый, сделаю такие прорези. И вот такой резинкой для волос. В эти прорези скреплю его. На вторую также пуф. Осталось 40 минут до заката. Это время как раз для клёва карпа в наших краях. Час до заката и час после заката.
Никаких уже подсекателей я не ставлю, ибо это будет сход и куча нервов. Так что пока бубенец. Ого, а вот тебе и карп. Не, не карп. Поклевочка была хорошая такая. Так, кто у нас там клюнул? Подлещик клюнул на пуфика. Что-то вечерами уже стало холодать. Днем жара, а я в шортах. Чуточку уже подзамерз. Наверное, буду закругляться с рыбалкой. Ну что, самое интересное, посмотрим улов. Ого! Буйные какие, а! Да, сегодня неплохо, неплохо. Оставил я плотву, которую ловил, а карасика мне не надо. Отпускаем. И последний, самый большой. Умчал. Надеюсь, видео понравилось. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. Погнал, я думаю. Кормачок молчит. Не хочет карп сегодня клевать.